Пешая прогулка с элементами скандинавской ходьбы прошла в Юргинском. Участниками прогулки стали дети и представители старшего поколения. Детская юношеская спортивная школа «Кристалл» вместе с Юргинским краеведческим музеем проложили маршрут протяженностью в 5 километров по историческим местам села. И объединили спорт и краеведение. Участники мероприятия пройдут по маршруту, на котором располагаются достопримечательности нашего села, а мы со своей стороны расскажем о тех местах памятных, которые есть в нашем селе, на которые стоит обратить внимание. Ну, нравится ходить, нравится движение, чтобы дома меньше сидеть. Огород на потом, а движение вперед.